Показать свою юбочку, которую я уже раскроила по системе Любок, скроила, чтобы проверить, насколько будет точное конструирование, насколько будет точный крой. Здесь я уже сметала выточки. Вот получается, на подкладке будут у меня выточки, на передних половинках, на основной ткани у меня выточек не будет. Завыкраивала я уже основную ткань по подкладу своему. И вот у меня идут задние половинки. У меня получается будет две половинки. В среднем шве у меня будет идти тесьмомолния. Вот она у меня, тесьмомолния моя потайная. Все швы я буду обрабатывать вот такой вот косубейкой, тоже атласной, потому что у меня атлас. И смотрите, вот какая у меня широкая здесь резинка. Ну просто она мега широкая. Я ее сюда пришью. Сейчас покажу, как. Буду пришивать подкладку, получается, не наверх, да, вот как мы привыкли увидеть, вот так вот, не вот так наверх буду пришивать, а наоборот, вот сюда, к подкладке с изнаночной стороны, получается, на лицевой стороне ничего не будет видно, а сзади у меня будет вот такая вот мощная резинка, которая будет утягивать мою проблемную зону, область живота. Очень классный лайфхак, у кого такие же проблемы, советую вот пользоваться такой резинкой. Как отшить юбочку? У меня уже есть подробное видео, как я шью прямые юбки. Кому интересно, переходите, смотрите. И также у меня уже появилось конструирование по методике Любокс. В общем, подготовила свою подкладочную ткань, которая служит у меня атласом. Сделала я вот уже выточки, прострочила все. И обработала также уже низ изделия. Получается, я подогнула и вот прострочила. И точно так же у меня вот выглядит и задняя половинка, и передняя. Получается, все у меня одинаково здесь в плане низа. Почему я это делаю? Потому что сечение боковых швов мне было бы крайне неудобно обрабатывать низ подклада. Поэтому я сделала это все заранее. Затем, когда я соединила основную ткань с подкладочной тканью, я обработала все швы вот такой вот косой бейкой. Затем стачала и разутюжила швы. Вот так вот можно наблюдать, как это все выглядит у меня. Получается, вот эта вот изнанка моей юбки идет. И вот так вот уже выглядит моя резинка с изнанки, как я вам говорила. Вот выглядит моя изнаночная сторона юбки. Здесь я точно так же заранее все обрабатывала косубейкой. А здесь у меня немножко стачено. Здесь потом я оставляла шов на тесьмомолнию. И здесь на такой маленький разрезик. Получается, вот этот разрез я все обрабатывала вручную. Получается, здесь у меня нету машинной строчки, так как, ну, шить такую тонкую легкую ткань очень тяжело. Но я решила не мучиться, поэтому я вот так вот, все вручную обработала. Для тех, кто собирается шить вот такую вот кружевную юбку, выберет подкладочную ткань, легкий атлас, так же, как и я, то я советую вам все это вручную сметать, также зафиксировать булавочками, иголочками, так как машинка при стачивании безумно припосаживает ткань. Вы безумно намучаетесь, если вы начнете просто складете ткань между собой и начнете стачивать. Нет, так не пойдет дело, потому что я очень сильно намучилась, я 3 раза распарывала боковые швы, это вообще нонсенс в моей практике. Поэтому, чтобы такого не было, я вам рекомендую сначала сметывать боковые швы вручную, зафиксировать это все иголочками, и потом уже только садиться за машинку. Вот так вот выглядит моя блуза. Она идет обычная, прямая, немножко трапециевидная, можно даже сказать. Точно так же идет на атласной подкладке. Здесь у меня вот идет отделочная строчка поверху, я дала. Это обработано косубейкой, и затем я все это застрочила. Рукав идет вот такой вот прозрачный, но так как мне не хватило ткани, и мне было немножко тесновато в рукавах, я решила сделать вот такую вот вставку.
Немножко я, конечно, намучилась с этой ставочкой. Очень много времени ушло на работу с ней. Получается, я обработала здесь вот так вот атлас. С атласом было тоже тяжело работать, так как оверлок не хочет обметывать его. И чтобы швы не сыпались, я сделала это все московским швом. Как я это сделала, сейчас я вам покажу. Свою ставку я решила обработать московским швом. Получается, я вот так вот немножко закладываю один раз и прострачиваю. Выглядит это все вот так вот. Вот у меня самое начало, я вот начинаю здесь строчить. Получается, один раз я подогнула, и теперь второй раз подворачиваю. И начинаем вот так вот шить потихоньку до самого конца. С изнанки выглядит это все вот так вот. А так как я устала обрабатывать все швы косубейкой, я решила, что я стачаю боковые швы и один раз обработаю это косубейкой. Получается, у меня шов не в разутюжку, как на юбке, а в заутюжку. Заутюжила я все это в сторону спинки. Рукав с изнанки выглядит у меня вот так вот. Вот у меня здесь вот идет мой этот московский шов. Вручную я здесь все тоже обработала, прометала. Можно это вот наблюдать. Здесь я уже не стала делать косубеечку. Все это у меня вручную заметано здесь. В общем, очень я осталась довольна своим праздничным комплектом. Я рада, что я себе отшила такой красивый кружевной костюм. Я считаю, что такую базовую вещь можно употреблять с многими аутфитами. Например, вот эту черную блузу можно использовать с какими-то однотонными брючками, с однотонной юбкой. Кружевную юбочку я могу использовать с другими рубашками, с другими блузами. Очень удобно, а в сочетании с этой черной блузой и моей черной юбкой все это смотрится достаточно гармонично и празднично. Можно одевать куда-то на выход, на свадьбы, в рестораны, на дни рождения. В таком костюме, я думаю, что вы останетесь незаметны. Если кого-то я вдохновила на пошив такого костюма, я буду очень рада. Пишите мне в комментариях, мне будет очень приятно почитать. Всем хорошего дня и всем пока-пока!